В разгар недели на сцене театра драмы покажут бессменную классику. Спектакль по роману «Мастер и Маргарита» перенесет зрителей в Москву прошлого века, а также на самый необычный бал весеннего полнолуния, где Маргарита, благодаря силе любви, обретет своего мастера. Лекция для тех, кто хочет писать песни, пройдет в четверг вечером. Музыкант и композитор Алексей Зверев поможет новоиспеченным творцам сделать первый шаг, а уже состоявшимся музыкантам посмотреть на процесс создания песен с новой стороны. В кинотеатрах состоится премьера нового фильма «Мия и Белый лев». Родители Мии открывают ферму больших кошек, и Мия заводит себе питомца – белого львенка. Он становится ее первым и единственным другом. Но однажды отец девочки решает продать его охотникам за трофеями. 12 апреля Екатеринбург посетит поэт и путешественник Ессоя. Он представит двухтомник своих лучших стихов «Держи чистосердечное», а также расскажет о том, что искал в сотнях городов. В День космонавтики уральская группа «Сансара» выступит на сцене Дома печати с презентацией нового альбома «Мы станем лучше». Как говорит солист группы Александр Гагарин, последний альбом – это логический итог экзистенциальных путешествий лирического героя.